中学生ですね。Ich habe das als Trainer auch noch nicht erlebt in 20 Jahren. За 20 лет моей футбольной карьеры как тренер у меня никогда такого не было. Dass wir eigentlich eine komplette Mannschaft heute nicht zur Verfügung haben. Сегодня из наших травмированных игроков можно составить практически еще одну команду. Thank you.
Мы усиливаем. Видишь, сколько молодых находится. У вас сейчас идет период адаптации, новый тренинг. Я понимаю. И ты имеешь право на тренинг. Я просто могу сказать, извиняюсь, но прошу, что делать?